Друзья, всем привет! Вы на канале ДТВ, и сегодня мы в программе Eat Monster. Я вам покажу, как зарабатывать коины, как их можно использовать в дальнейшем на раскрутку своего канала, либо в Ютубе, либо ВКонтакте, вот, либо в Инстаграме. Давайте я вам здесь покажу, какие у нас тут. Вот есть Ютуб, ВКонтакте, Инстаграм, ТикТок. Можно выполнять просмотры, ставить лайки, дизлайки, подписываться на каналы или на личные странички, или в группу ВКонтакте, допустим. Оставлять комментарии, а также ставить лайки, дизлайки и все что угодно. Вот, давайте пройдемся здесь. Здесь вот ВКонтакте вступить в группу, добавить друзья, репост. В Инстаграме подписаться и лайк. И в ТикТоке можно подписаться и поставить тоже лайки. И вот какие суммы здесь у нас идут. Значит, смотрите, как зарабатывать можно в Монстре. Значит, я рекомендую вам стать моим реферальным помощником. Вот, будет стоять ниже ссылочка на мою реферальную ссылку Eat Monster. Давайте так договоримся, те, кто будет пользоваться и реферально подпишется через мою ссылку, там зарегистрируется. Через 30 дней я готов буду, там, не знаю, давайте там 1 миллион коинов я дам вам, если вы будете активно использовать Eat Monster. Итак, давайте сейчас рассмотрим. Значит, смотрите, можно, значит, получить вот здесь уровень. Есть у меня 3.9 стоит. За счет чего и как можно его получить, этот уровень? Значит, стандартный уровень у нас идет единица. Что это такое? То есть вы получаете коины, ну, равное там заданию, которое есть. Вот если вы имеете, как я, 3,9 баллов, получается, да, это умножается, там, допустим, если 40 коинов стоит задание, соответственно, будет там почти 4 раза больше, 160 коинов задание вы будете получать. Вот, значит, я оплатил премиум, он стоит в месяц 500 рублей. Сейчас объясню, что он даст. Значит, премиум у нас находится. Сейчас. Подождите. Вот. Премиум VIP 500 рублей в месяц. Либо вы оплачиваете 1200 рублей за 3 месяца. Скидка вот 15% идет у них. Значит, что он дает премиум VIP? То есть мы вот эти сейчас два не будем рассматривать. То есть вы сами потом почитаете. Значит, бонус 2,5 уровня, то, что я вам говорил, то есть у вас получается единица, это стандартная, плюс 2,5%, итого 3,5 раза вы будете больше получать за задание. Так, дальше. Больше клиентов, просмотрщиков. Что такое больше клиентов, просмотрщиков? Запуск до 9 клиентов. Значит, смотрите, если тут запустить IT-клиент, скачать приложение для Windows автовыполнение заданий. Значит, вот такая программка у вас будет. И здесь видите, вот цифра 9 у меня стоит. Это и есть количество клиентов. То есть у вас 9 просмотрщиков одновременно будут выполнять в автоматическом режиме просмотры YouTube каналов, да, те, кто, ну, оставил свои задания здесь. Значит, с VIP вот этим пакетом можно заработать, если у вас 24 часа в сутки будет работать компьютер, то есть вам ничего не надо делать, где-то в районе 500 тысяч коинов вы будете зарабатывать в сутки. Если же у вас нету, да, вот этого VIP, да, соответственно, уровня, то, соответственно, вы, у вас будет одно окно всего лишь, да, для выполнения. То есть там три окна, то есть три одновременных просмотра можно будет смотреть. Соответственно, если нету VIP, делите где-то 500 тысяч на 9, там на 10 получается. Ну, в сутки максимум заработать 50 тысяч коинов. То есть итого в месяц полтора миллиона коинов за месяц вы сможете заработать. Вот, если вы будете моим рефералом, да, и будете вот активно прям зарабатывать, сидеть, то я вам говорю, в первый месяц я вам готов через 30 дней дать 1 миллион. Он выдается очень легко. Я создам здесь промокод, и этот 1 миллион
коинов я вам в конце месяца, через месяц ровно подарю. Вот. Если его покупать здесь через YT Monster, этот миллион коинов, он будет стоить порядка 500 рублей. Считайте, что 500 рублей я в конце вам подарю. Ну, для этого условия, говорю, подписаться, зайти под видео, под моей ссылкой, зарегистрироваться и быть активным. То есть, надо будет активно зарабатывать коины. Активным это значит, у вас хотя бы 10 часов в сутки, в день, по 10 часов, давайте на 30, там, сколько, 10 часов на 30, ну, где-то 300 часов хотя бы в бесплатном режиме работать окошко. Вот. Если же вы, давайте так, оплатите 500 рублей, VIP сразу оплачиваете, да, и в течение, там, давайте, недели будете крутить тоже по 10 часов, вот 9 окошек, да, как я вам сейчас покажу, то я вам через неделю тогда миллион подарю этот коинов, у вас они будут. Итак, давайте посмотрим сейчас, значит, уровень, да, еще от чего зависит. Ну, обязательно надо будет выполнить какие-то задания, чтобы его тоже выполнить, этот уровень. Таблица уровней просмотров. Ну, таблица уровней просмотров, то, что мы здесь видим с вами, это непосредственно вот эта программа IT-клиент будет делать. Вот 9482 просмотра. Ну, это примерно, если у вас будет VIP вот этот за 500 рублей, ну, 3-4 дня, 3 дня даже, наверное, вот 0,3 коэффициента вы на постоянной основе получите. То есть у вас получится, значит, вы сможете зарабатывать, значит, единичка стандартная, да, у вас будет 2,5 плюсом сюда, это будет уровень премиум, 3,5. И вот за 3 дня вы где-то 0,3 наберете просмотры, 3,8 у вас получится баллов. И в ручном режиме сами лайки там поставите, ну, чтобы добить вот 0,2. Ну, короче, 4 балла вы сможете в 4 раза увеличенное сделать. Плюсом, что дает VIP. Соответственно, вместо 3 окон дается 9. Соответственно, 4 балла так здесь получается в 4 раза больше. Плюс в 3 раза там. Итого, считайте, в 12 раз больше вы получите коинов за определенный период времени, там за месяц или за день, без разницы. Ну, здесь как бы все понятно. Вот я сейчас скоро, видите, должен 1000 наберу, здесь еще 0,3 уже скоро получу. И здесь уже практически 0,3 я получил. То есть будет 4,4,1 у меня получится. Так, вот смотрите, пока мы с вами разговариваем, вот 8162, вот ничего не делаю, все само по себе работает. Я говорю, что за сутки, если вы оплачиваете, где-то 500 тысяч можно будет заработать. Ну и плюс, если вы по моей реферальной программе это возьмете, все это дело, подпишитесь по ссылке, зарегистрируйтесь. Соответственно, я вам миллион, там, либо если премиальная будет часть оплачена, то я через неделю все это дам тоже. Либо через месяц, при условии, что вы не менее 10 часов в день, там 300 часов в месяц, будет у вас работать вот этот клиент. Значит, как настроить этот клиент, ребята? Давайте сюда зайдем сейчас. Значит, выйдет такое окошко у вас, клиент ваш. Он запросит у вас ключ специальный, который нужно будет ввести. Значит, где этот ключ взять? Заходим в настройки. Вот здесь надо будет включить ключ. Здесь будет кнопка «Включить ключ». Сейчас у вас «Отключить ключ». Он включится. И вот эту ссылочку через Ctrl-C. И потом вот в этом окошке нажать Ctrl-V. Сгенерировать его надо будет. И все. И вы зайдете в свое окно. И у вас запустится вот эта штука. Ниже вот этот ползунок, который будет здесь на единичке. Если у вас бесплатный аккаунт, до 3 его довести. Если у вас платный, до 9 здесь прокинуть и оставить, чтобы он зарабатывал у вас задания. Вот где можно посмотреть, как они выполняются. Вот раз окошко, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 просмотров. У нас идет здесь непосредственно. Вот, качаем приложение. Регистрируемся itmonstre.ru по моей ссылочке.
и получаем через месяц или через неделю 1 миллион коинов от меня. Чтобы вы понимали, сколько реально стоит миллион коинов, вот давайте я вам покажу. Вот 500 рублей, если вы тратите, да, вот смотрите сюда, 500 рублей, это, о, даже видите, уже даже 500 рублей это не миллион коинов, тут что-то как-то все подорожало, что ли. Это 517 тысяч коинов получается, 500 рублей, то есть миллион коинов это получается 1000 рублей. То есть, ребята, я даже, видите, ошибся, уже цены вообще поменяли здесь. То есть 1000 рублей это миллион коинов. Считайте, я вам 1000 рублей подарю. Вот. Итак, здесь все понятно. Давайте теперь, как можно здесь зарабатывать на заданиях. Значит, здесь YouTube, ВКонтакте, Инстаграме. Настройка аккаунтов вот здесь внизу. Вы настроите YouTube, ВКонтакте здесь. В Инстаграме также здесь привяжете все. И в ТикТоке. Ну, у меня ТикТок нету. Вот здесь ссылочку делайте на ТикТок, там, на Инстаграм, ВКонтакте, сюда и привязывайте. Ставите лайки там, или что он там, какое-то задание даст, чтобы вас проверить было. И все. Значит, смотрите, как в Ютубе можно зарабатывать коины. Значит, очень все просто. Давайте поставим, вот, подпишемся на кого-нибудь. Вот. Нажимаем подписаться. Значит, здесь условие следующее в YouTube. Чтобы подписаться, нужно и просто подписаться. Вот нажимаем сюда выполнить задание. Нужно обязательно, кроме подписки, вот мы подписываемся, 30 секунд мы должны еще просмотреть. Так, я звук выключу. 30 секунд вот здесь вот пока не пройдет, она не засчитает нам. Вот сейчас ровно 30 секунд ждем. Это только в Ютубе. Что касается ВКонтакте и в Инстаграме, там ничего ждать не надо. Сразу подписываемся и выходим. Моментально все засчитывается. Ну вот смотрите. Хоп, 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 хоп. Все, 30 секунд. Мы закрываем это окно. И вот здесь внизу, видите, задание отправлено на проверку. Зеленым сигарет, значит, она выполнена и засчитана. Заходим сюда. И... проверяем. Ну, пока еще здесь она не появилась у нас. Какой-то проверки. Не знаю, что это за проверка. Нам вот здесь появится, вот эти 300 коинов нам засчитают. Вот. Здесь мы видим сейчас коины, которые здесь засчитываются. Это то, что мне с IT-клиента запуска это все засчитывается. Итак, выполнить дальше задание. ВКонтакте, как я вам говорил, здесь все моментально. Вступить в группу. Ну, сейчас задания нету, я тут уже все повыполнял. Добавить друзья. Здесь все моментально. Раз, закрываем. И все, задание выполнено. И она сразу засчитана. То есть, тут здесь моментально. В Инстаграме. Давайте подпишемся в Инстаграме. Также заходим. Немножко вот Инстаграм здесь долговато, вот подписаться, сразу нажимаем, но здесь надо один раз закрыть, вот так, закрыть, и чтобы засчиталось у нас. И вот здесь с опозданием, вот все, задание выполнено, все, она засчитана у нас. Значит так, 10879 коинов, что мы можем сделать благодаря этим коинам? Ну, давайте так, я сейчас зайду к себе на канал, и мы попробуем найти какое-нибудь видео для раскрутки. Ну, давайте, не знаю. Вот, Big Funny. Смотрите, вообще встало на 51 просмотре. Мы копируем ссылку. И эту ссылочку сейчас мы будем использовать. Запомнили, да? 51 просмотр. Добавить задание. Сюда ставим. Вставить задание. Появляется наше задание. Нам нужны просмотры. Время в секундах 216. Мы оставляем, пусть 100% идет просмотр на данное видео. Выполнение в час ставим 350. Это максималка здесь. Почему объясню? Здесь
Народу много, да, но все равно постепенно все это будет делать. Пусть лучше будет 350, там не будет списывать YouTube, все нормально, четко будет выполняться. Значит, за одно выполнение, вот 216 секунд, это будет стоить 108 коинов. У нас сейчас 11445, давайте-ка мы сколько, 100, давайте, 120, нет, 110. А, давайте 105, чтобы прошло. Все, 11340. И мы добавляем это видео. Все, задание успешно добавлено. Вот мои задания. Вот наш Big Funny 105. Здесь, видите? Вот он. Здесь сверху. Я еще сделал окрашивание цветом. Здесь настройка цвета есть. Когда будет выполнено задание, она будет перекрашиваться в определенный цвет. Ну, давайте сделаем голубенький и сохраним. Вот все, что будет сделано, будет в голубой цвет уже перекрашиваться. Сейчас посмотрим, перекрасится. Да, вот видите, старенькое перекрасилось. Итак, у нас видео здесь. Посмотрим. 56 там, по-моему, да, просмотр было. 51. Вот. И, соответственно, ждем хотя бы выполнения, там, не знаю, хоть сколько-то будет. Она не сразу запускается, сразу вам говорю. То есть это какое-то нужно время будет. Вот. Можно также задание, вот я в Инстаграм давал, вот смотрите, лайки здесь ставят. Вот 48, 75. Сегодня сделал 52 лайка, к примеру. Ну, Инстаграм я не любитель. Меня сейчас интересует именно канал, да, непосредственно YouTube канал. Вот, тут комментарии тоже пишут. Видите, я тут заказывал. Лайки, дизлайки нет. Подписки можно делать тоже. На эти же баллы, которые вы зарабатываете. Вот, давайте ждем сейчас с вами, пока там будет делаться. Значит, ну, за то, что вот я сейчас видео сниму на эту тематику, мне, возможно, могут дать 10 тысяч коинов. Это, как вы видите, вообще ни о чем. Вот. Ну, миллион это уже достойно, это много коинов. Вот. Значит, что здесь можно делать? Вообще, в чем это вообще плюс? Не только вот раскрутки, да, всего и всего и всего. Это можно благодаря IT-монстру зарабатывать даже деньги живые. Вот. Сгенерировав, можно сгенерировать промокоды и эти промокоды продавать. И продавать их можно на разных ресурсах. Вот есть плати.ру. Вот люди промокод. Вот игремонстр.ру 500 тысяч коинов продают за 309 рублей 50 копеек. То есть вы здесь, зарабатывая коины, можете их создавать и на плати.ру их продавать. То есть понимаете, да? То есть вы вот этот миллион, который я вам дам, вы его можете взять и просто продать на плати.ру. 2 по 500 это 618, 619 рублей вы можете заработать. Вот так вот люди зарабатывают деньги. Вот, активировать мой промокод вы можете вот здесь. Активировать промокод вот здесь вводите, я не робот, и все, и у вас будет зачислено, у вас мои баллы, которые находятся у меня, они будут у вас. Вот. Давайте посмотрим, если 1000 коинов создать, то, соответственно, 15% берет комиссию сам YT-монстр. То есть 1150 с миллиона, я 1 150 000 потрачу, да, чтобы вам передать этот миллион, получается. Вот настройки здесь. Ну, здесь нечего, тут пароль, как бы старый, новый логин можете поменять. Техподдержка. Я уже писал тоже. Магазин. Вот уровни здесь, да, в этом магазине. И вот вывести рубли можно здесь. Вот. Ну, кстати, 120 рублей я заработал. Так, уровни я вам рассказал про них. Вот можете также рефералов создать. Ну, у меня как бы
С реферала вот работает не особо. 24 500 синкоинов заработано, это ни о чем вообще. Вот. Итак, посмотрим. Пока еще не выполнено, ждем. Здесь давайте посмотрим. Я вам покажу, как лайки. Вот можно поставить лайк. Давайте лайк поставим тоже ВКонтакте. Вот, ставим лайк, закрываем, и он сразу же засчитывается у нас. Так, здесь 2561 коин у нас. Так. Так. И давайте ждем. Итак, смотрите, у нас появилось одно выполнение. Один просмотр засчитан здесь. Давайте мы зайдем. 51 у нас был просмотр. Итак, зайдем в аналитику. Здесь, видите, не сразу он отображается. Так, сегодня 7 января. 58. 51. Очень интересно. Уже 7 просмотров прошло. А, сейчас видно. Вот, смотрите. Да. 5 человек нас уже смотрит. 5,3. Пока я веду видео, уже 8 человек нас посмотрели. Даже 10 человек нас уже посмотрело. Итак, значит, сейчас здесь должно быть засчитано. Здесь не сразу она появится, потому что это засталое уже такое вот, ну, давнишнее видео с 8 ноября получается. Засчитает не сразу. Ну вот, видите, засчитывается уже 5 из 105. То есть люди сейчас смотрят, будет 10 сейчас, соответственно. То есть тронулся с места. А в аналитике мы видим, да, что просмотры засчитываются. Через какое-то время это уже в просмотрах все это появится. Вот, все это будет засчитано, конечно же. Не сразу, то есть не ждите здесь. Если видео сразу же вы делаете, в течение 48 часов, то, соответственно, можно его крутить, и она будет хорошо крутиться. Видите, здесь засчитывают. Вот они, просмотры наши идут. 10 штук. Давайте-ка мы опять назад вернемся. Итак, всем спасибо. Давайте на этом будем заканчивать. В принципе, здесь все ясно, понятно. Вот они пошли просмотры. Подписывайтесь. Вот, обязательно по реферальной моей программе заходите. Получайте 1 000 000 коинов от меня. По условиям я сказал, как 1 000 000 этот получить. То есть зарегистрироваться по моей ссылке, да, и быть активным в течение месяца. Либо купить вот этот пакет, который есть, VIP за 500 рублей, либо за 1200 рублей на 3 месяца. И в течение недели также запустить IT-клиента, да, который будет там в течение недели работать хотя бы минимум по 10 часов в день. Все, подписывайтесь на канал ДТВ. Всем спасибо и пока-пока, друзья. Удачи!